Маленькие артисты. В столице Чувашии прошел республиканский конкурс-фестиваль «Хунав». О детском творчестве в нашем следующем сюжете. Сценки, стихи, танцы и песни. И все это на чувашском языке. Вот уже в четвертый раз конкурс собирает воспитанников детских садов. Цель данного конкурса – приобщение детей дошкольного возраста к чувашскому языку. Мы думаем, что это как раз для детей очень интересно, и они с удовольствием участвуют в данном конкурсе. Конкурс проходит по трем номинациям. На родном языке дети говорят с удовольствием. Всего же участники представили на суд жюри более 60 разножанровых номеров. Я был сегодня на конкурсе рассказывать стихотворение. Я стихотворение учил с мамой, и мне не трудно было. Мне очень нравится участвовать на конкурсе. И сегодня я расскажу стихотворение. Мне было не трудно, потому что я знаю чувашский язык. Яльчики, Цивильск, Шимуршам. В столицу Чувашии съехались дошколята со всей республики. Например, Лера Бородкина из Канаша. Она уже совсем не боится выступать на публике. Для нее это далеко не первый конкурс. Мне очень нравится участвовать в конкурсе, мне очень нравится рассказывать стихи и петь песни. Наша Лерочка выступает в номинации «Стихи», стихотворение мы рассказываем о дедушке. К этому конкурсу мы готовились долго, можно сказать, наверное, так. Где-то, наверное, примерно 3 недели точно готовились. У Леры родители говорят на чувашском языке, и дома тоже, конечно, они говорят на чувашском языке. Но, тем не менее, все-таки пришлось поработать над каждым словом, чтобы правильно его произнести. Я думаю, что у нас это получилось. Юлия Важенина, Алена Алексеева, Павел Иритков, Республика.